Израиль, 18.10.2021 год. Снова делаю видео, так как, ну, просто эту красоту невозможно заснять. Многие любят что-то, думают, что это Божье творение. Опять же, повторюсь, это творение тварей, так как вы будете продолжать болеть, вам сыпет это просто на голову. Значит так, смотрим. Итак, внимательно рассматриваем облака. И вот это, что это за хрень? Это что? А это клякса? Это что за клякса вот это вот? Что это за клякса? А? Что это такие линии? Посмотрите внимательно на эти линии. А тут посмотрим, смотрите, какая линия. Да, расскажите мне, пожалуйста, что это от самолета. Конечно. Вот самолет далеко улетел, где-то 3 часа назад, так как я здесь стою уже довольно-таки долго, ничего не исчезает. Вот такая линия стоит. Для тех, кто не знает, вот облака, а вот химические трейлы, распылители, нанороботы, микросхемы, которые вы вдыхаете через легкие и через вот эти вот хернюшки можно на вас влиять. На ваше настроение, на ваш обмен веществ, на ваш гормональный фон, абсолютно на все. И перестайте мне выдумывать про вирусы, которые вы можете заразиться друг от друга. Ни хера, вот, с воздуха, с неба эта хрень происходит. Если вы внимательно, обратите внимательно, поднимите свою головушку вверх, вы увидите много странных вот таких загогулинок, которые просто стоят в небе и не двигаются. Вот, ну что за хрень? Я облака вижу, но загогулинки я тоже вижу. И нет, они никуда не двигаются, несмотря что есть ветерок. Довольно-таки нехилый ветерок есть. И оно так светится, алюминий прям. Вот. Ну да, это причина носить маски. Нет причин носить маски для того, чтобы заразиться друг от друга. Так что через небо, так как через небо каждый день... опрыскивая нас, вот такая хрень везде и повсюду. Если вы будете наблюдать, вы даже увидите самолеты, может быть, даже их услышите. Причем это происходит по всему миру, дорогие мои. Где бы я ни путешествовала, это вот так вот. Думайте, смотрите вверх, пишите и не будьте дураками.